Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон ZTE Blade A53+. И сейчас я вам покажу, как выйти из режима Recovery на этом телефоне. Итак, для того, чтобы передвигаться в режиме Recovery, используем кнопки уменьшения и увеличения громкости. Для того, чтобы подтвердить выбор, используем кнопку блокировки. Для того, чтобы выйти из режима Recovery, нам нужно выбрать Reboot System Now. Подтверждаем кнопкой блокировки и ждем, пока наш телефон перезагрузится. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!